Наш организм – это уникальная самовосстанавливающаяся и саморегулируемая система. И есть масса тому примеров, когда человек после операции, после травмы, перелома, через достаточно короткий срок восстанавливается полностью и практически забывает о том, что с ним произошло. По этому же принципу на организм воздействует целый ряд вредных факторов. Это и экология, стрессы, неправильное питание. Они, как нож, ранят наш организм. Существует уникальная система использования биологически активных добавок. И благодаря свойствам этих веществ мы можем почистить организм, дать необходимое питание нашему организму и защитить его. Благодаря этому вся система начинает работать гораздо более слаженно, в результате чего уходят многие заболевания. И самое главное, что мы воздействуем не на следствие, не на мелкие симптомы, а на причину того или иного развивающегося процесса. Сейчас, когда накоплена хорошая доказательная база, когда существует богатый клинический опыт и очень хорошие результаты использования биологически активных добавок, мы можем говорить, что в современной медицине они занимают достойное место. И в этой ситуации очень странно выглядит высказывание некоторых медиков, которые не являются специалистами в области нутрициологии по поводу неважности, неэффективности использования биологически активных добавок. И особенно опасно иметь подобное мнение в области детского здоровья. Для детского растущего организма крайне важно правильное сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов. И добиться этого сейчас невозможно без использования биологически активных добавок.